мы с собой взяли нашего барнаульского деда-медведа. Он произвел потрясающее впечатление, очень порадовал, особенно студенческую часть населения, которая больше всего, да, проживает в городе Томске. Они обнимались с ним, он брал на руки, дети визжали. В общем, наша поездка была отличной. И сегодня томичи многие высказывают пожелание приехать в Барнаул.